Для дружеской атмосферы нужна совместная деятельность учеников. У 3-го Б столичной школы номер 6 есть отличный способ – дневник благодарности. В блокнотах ребята описывают эмоции, благодаря друг друга даже за незначительные мелочи. Узнать об интересах друг друга можно и другими способами. Один из приемов Людмилы Владимировны – день именинника. Это, конечно, известный всем день именинника. Мы сажаем детей на стул учительский посреди класса, и наши дети слышат приятные слова от одноклассников, добрые, мы договариваемся всегда. В конце такого поздравления я прошу детей назвать двух друзей, от которых бы они хотели услышать поздравления. Для себя, как для учителя, я делаю заметочку: ага, эти дети дружат. Еще одна идея от 3-го Б. Чтобы подружить школьников, раз в неделю можно проводить акцию «Добрая почта». Установить на последней парте ящик для писем, оставить чистые листы и ручки. На перемене любой ученик может написать письмо любому однокласснику или учителю. «Добрая почта» запрещает письма с оскорблениями и злыми шутками. А вот рисунок в качестве дополнения к тексту приветствуется. И еще одно правило – нельзя оставлять письма без ответа. Это неуважительно. А вот деструктивная критика дружбе не помощник. Людмила Владимировна считает, если акцентировать внимание только на низких оценках ученика или его плохом поведении, дети быстро это подхватят. Здесь нужен деликатный подход и правильные слова. Мы всегда говорим с детьми о том, что никто не лучше, никто не хуже. Это лишь оценочные суждения, да? Просто кто-то знает чуточку больше, кто-то чуточку меньше, и уже он раскрылся как цветок. А кто-то еще как бутон, которому предстоит раскрыться. Хорошо развитая речь – ключ к легкому общению, поэтому в качестве упражнения можно предложить школьникам импровизацию, разыграть разные ситуации – знакомство с одноклассниками или разговор на перемене. Важно использовать полезные фразы, которые каждый сможет применить и на практике.